нашли компьютер, говорят, что неисправный. На его примере расскажу вам, как восстановить компьютер, внести его в чувство. Первым делом мы избавимся от него. Упаковочных. Ну, для начала мы снимем крышку. Так, для работы понадобится нам тара, в которую будем складывать маленькие болтики и кончики. Что мы имеем? Перед началом восстановления компьютера произведем его внешний осмотр. Ну, начинаю всегда с кулера. Блок питания, он вращается. Значит, блок питания в принципе исправный. Посмотрим здесь кулер. Здесь тоже он вращается. В принципе, ничего у нас такого нет. Так, проверяем конденсаторы. Конденсаторы должны быть все целы. Если будет хоть один спущенный конденсатор, то восстановление будет бессмысленно. Так, следующее. Судя по шлейфу грязи, который за ним тянется, и пыли на материнское платье, включать его просто нецелесообразно. По причине, просто он грязный. Просто может что-то где-то закоротить. Тем более, вот здесь, между материнской платой и панелью, за которой крепится, может неизвестно что упасть. Болтики, гайки, проволока. Поэтому тоже, возможно, короткое замыкание, и можно спалить материнскую плату. Ну вот, грязь, конечно, пыль. Ну, будем пробовать его восстановить. Так, первым делом подключаем видеокарту, чтобы она нам не мешала. Подключаем к ней все шлейфы. Все складываем в отдельную тару, чтобы не потерять. Подключаем видеокарту. Потом отключаем жесткие диски. Питание и шлейфы. DVD-шник, питание и шлейфы. Вот, мы включили. Все. Все шлейфы мы отсоединили. Убрали. Следующее. Отключаем питание от материнской платы. Отключаем. Все. Мы разобрали. О, что-то уже отлетело. Поэтому потом разберемся, что отлетело. Так, отсоединяем блок питания. Все. Вот здесь питание наше. Отключили, мы его убираем. Так, соединяем жесткие диски. Так, здесь получается, вот какой он грязный. Здесь тоже сильно. Жесткий диск. Убрали. И два здесь жестких диска. Еще один жесткий диск. Все. Все. Так. Оперативная память. Оперативная память. Все. Вот. У нас осталась одна материнская плата. Так, все, у нас осталась одна материнская плата. Перед ее отсоединением от корпуса, вот она, все пусто, нам нужно переписать все вот эти проводки, какой куда подключается, чтобы потом мы не искали в интернете мануал этой материнской платы, а просто взяли и по схеме подключили. Все. Ну вот мы переписали
Мы переписали все значения подсоединяемых проводов материнской платы. Теперь будем снимать саму материнскую плату. Откручиваем все винтики. Отметить, что все болтики собираем в одно место, чтобы они у нас не потерялись. Потом будет чем прикручивать обратно. Вот мы достали нашу материнскую плату. Вот материнская плата. Производим осмотр. В принципе, ничего хронического здесь не замечено. Так. Вот мы разобрали компьютер, лёгко не получили. Инструкция, как подключать провода, болтики, гаечки, два жестких диска, сиденье ведро, два грязных шлейфа для подключения сиденья сцепления, блок питания, видеокарта, оперативную память и материнскую плату с решеткой, кулером и процессором внутри. Все это находится, конечно, в ужасном состоянии. Теперь мы из всего этого соберем компьютер обратно. Да, и, конечно же, процессорный блок. На все это у нас ушло минут 30. Так, ну начинаем мыть все подряд. Забираем, забыли разобрать конструкцию. Видите, оно все грязное. Просто берем прямое. Смываем всю грязь. А грязи очень много. Я думаю, что было видно. Так. Жесткие диски просто протираю. Так как у нас жесткие диски грязи. Сразу предупреждаю, сушить потом дня три, все это надо. Очень грязно. Так, DVD-ROM не мыть, потому что если затечет туда вода, мы потом оттуда ее просто не вытащим, не высохнет. Поэтому просто... Видеокарта. Эту карту можно мыть. Значит, то, что я делаю с видеокартой, повторять не рекомендуется. Не рекомендую это повторять. Если купомаем, уже не будет. То, что сейчас буду делать, никому не повторять. Будем мыть материнскую плату. Мыть ее не рекомендуется, но я ее помою. Так. Сразу вытаскиваем батарейку. Чуть не забыл вытащить ее. Все. Крепление. Так. Моем. Моем также под струей для теплой воды. Потому что грязи из-под него сейчас пойдет очень много. Тут все моем. Также шлейфом. Блок питания можно мыть просто нахуй.
как мыть корпус, я показывать, конечно, не буду, слишком долго. Я думаю так.